Задача любого архива – сохранить историю, чтобы каждый посетитель смог оживить по документам тот или иной период жизни города и страны. В Ивановском государственном хранилище больше 2 миллионов текстовых свидетельств. За 100 лет работы архив стал одним из самых крупных в России. Самые древние документальные свидетельства датированы 15 веком. Больший пласт – все же век 20-й, революция, война, перестройка. Найти в архиве можно документы органов власти и управления губернией, протоколы заседаний, законотворческие инициативы. Сотрудники архива приглашают в гости жителей города, обещают рассказать об интересных фолиантах и уникальных выписках. Особой популярностью пользуются метрические книги. Люди хотят узнать свою родословную. Львиная доля документов только в рукописном виде. Основной объем, увы, не оцифрован. Материалы, которые можно получить здесь, больше нигде не найдешь. Считается, что у нас пропагандистская функция должна активно реализовываться, скажем так. Вот. Хотелось бы активнее, конечно, потому что... Ну, выставка, как правило, приходит один и тот же контингент людей. То есть у нас их проводится в год 3-4. И, как правило, это люди одни и те же. Ну, за исключением ведомственных, так сказать, выставок. То есть, ну, например, выставка, посвященная столетию ИСТФАКа Ивановского. Там, соответственно, люди ИСТФАКа приходят. Ну и так далее. То есть, ну, это состав, как правило, очень стабильный. Хотелось бы, конечно, больше.